Мы уже сообщали в наших информационных выпусках о страшной находке в новогодние праздники. 5 января на мусоросортировочном комплексе в Новочебоксарске обнаружили тело новорожденного ребенка. И хотя по факту было возбуждено уголовное дело, в нем до сих пор нет подозреваемых. Правоохранительные органы просят помощи у жителей республики. Тех, кому могут быть известны сведения о женщинах, которые имели признаки беременности до 5 января, а в настоящее время их не имеют и у них нет рожденного ребенка, просим сообщить об этом по телефону 02. Анонимность гарантируется.